СП, что ты это принял? Это крупняк, братан! Усіх вітаю. Ви на каналі Металайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео я хочу, щоб ви занурились в реалії боїв у Бахмуті. Ми подивимось відео від Юри Глюка, перший стрілецький батальйон, коли вони у самому Бахмуті пішли у розвідку, і їм потрібно було сфотографувати деякі об'єкти для того, щоб виконувати інші завдання. А зараз ще хочу до всіх вас звернутися і відкрити великий збір. Збір того, що нам потрібно саме зараз під Бахмут. І в цей збір хочу включити ще потрібна одна автівка для взводу Жеки Ворота, першого стрілецького батальйона, та їм ще потрібні тепловізори, бо коли там погибли побратими з першого стрілецького, там привалило все, що в них було, тепловізори, квадрокоптери, все привалило у підвалі, і у хлопців вже нічого немає, і потрібно все це докупити. То прошу всіх долучитися, я усі реквізити залишу в описі під відео, там буде картка Монобанка, Приватбанка, а для наших закордонних друзів буде PayPal. То прошу долучитися, швидко зібрати ці гроші, ми все купимо. А зараз будемо дивитися відео від Юри Глюка, як вони ходили у розвідку у Бахмуті. Давай, Ромчик, доставай телефон на всякий случай. У-у-у, ебать! Что за место? Выражение. Аккуратно. Давай, на высоту. О, траншея есть. Опа. Давай по траншее. Переступай. Я просто варю. Болванка. Два тежни тут. Тут проехать можно. Что ты ждешь? Да, чё? Чё? Не, надо дальше идти. Опа. По над домом пойдем, да? А, не, наверное, обойдем. Подожди, казак, подожди, пацана. Нет, тут с этой стороны проедет. Надо стой, посмотри, что там творится. Братан, это просто леска какая-то. Мы на такие, блядь, частенько, блядь, наталкиваемся. Сейчас. Вот так нам туда. Пацаны, в подвал. Казак, давай телефон. Давайте. Да, блядь, я ныряю в подвал быстрее. Это с этой стороны такой подвал. Этот. Блядь, туннель. На ту сторону идем? Надо.
Сбегать, сфоткать и вернуться. Или нет? Вовнутрь? А? Вовнутрь или на ту сторону? Вот на ту сторону. Там внутрь спускаться, а потом оттуда подниматься. Это вафли. Я, братан, не думаю, что внутри там что-то есть. Что? Полетели? Да давай, сейчас дождемся, нахуй, надышимся, ебать. Все. Поесть? Да. Сука, ебать этот движ. Я, блядь, если б знал, нахуй оно надо было бы. Тому туннелю пизда, и пиздюсенька. Да, надо перебежать туда, лечь, сфоткать и бежать обратно. А там пидоры? Да нет, далеко еще. Пидоры или далеко до них? Далековато. Не зацепят, да? Не увидят? Нет, нет. Ну, блядь, я еще мина увидеть, чем, блядь. Братан, надо бежать. Давай, я достану сразу телефон. Давай. Будем передвигаться просто быстро очень. А ты стой здесь. Я сфоткаю, тебе покажу. Вот сюда встань. Вот сюда, вот сюда. Иди сюда, иди сюда. Вот здесь за угол встань. Подбегаем к синей будке, ложимся и фотоем, да? Да. Сейчас приход будет. Ну конечно, там же самолет. Писа, я тебя прием. Писа на приеме. Фоткай, фоткай. Может, видео снимать? Давай видео, я видео снимал. И правее с ними. И возле туннеля часть. А сам туннель попробуй. Все, полетели, полетели. Это крупняк, братан. Он что, по нам уебал? Может, хуже, через все прием. Это кассетки, не наступайте на них. А давай. Да давай, траншею нырнем, отдышимся. Садись. Да, тут скоро будет линия обороны. Ой, божарка. Есть, есть. Ага. Справа, ну смотри. Сейчас увидим, покажем, видос увидишь. Покажи ему. А есть, есть, нихуя там такого нема. Ну типа все как было, так и есть. Посрал, блин. Кого именно?
Наши сбоку объезжают, когда сюда едут, с той стороны туннеля, объезжают справа эту яму. А тут по газону. Фу, пацаны. Ебать жара, нахуй. Я, наверное, вообще в одной фриске буду ходить. Ебалась она в рот. Я, блин, снял по штанике, ну их нахуй. Ты просто в штанах? Да. А я еще и по штаниках. По слову тоже выглядывать не можно. А? Ты снимаешь? Не снимай, нихуя. В смысле? Пикап проехал, значит проезд есть. Шарпеин, ты, если есть возможность, навалить туда, блядь, с пулеметом, нахуй. Да есть у них возможность, сука, только там талиб, нахуй. Нахуй, блядь, контракт подписал, долбоёб. Один працюю с пулеметом, если есть РПГ, въеби туда с РПГ. Дві людини выделить. Четвертого поверху того, блядь, здание, понял, то, что на узлу стоит. Сейчас, пацаны. Потихонечку пошли. Слышь, ну вот... Да это не, это крупняк, братан. Это выстрел с крупняка. Это оттуда, откуда это стоит. Блядь, пацаны. Сука, как же тут залезть? А ну, давай, поставь колено. Давай. Давай, руку. Принял. Держи. Булык, я уже назад, на тренку. На жестку. Три маленьких, я тут. Крупнячочек. Принял тебя, Оу, а где казак? Побежали. Ось у таких умовах хлопці працюють у Бахмуті. Це відео з затримкою. Ця територія вже не під нашим контролем, але буде скоро під нашим контролем. Але хлопці, ризикуючи своїм життям, виконують усі завдання, що їм дає командування, і йде і на відкритій місцевості, і робить все для того, щоб перемога була найшвидкою. Ще раз нагадую, що я відкрив великий збір на
автівку для Жаки Ворота, тепловізори, то прошу долучитися і прийняти в цьому збору, як намного швидше назбирати ці гроші. А буду ще вам розповідати, що у самому Бахмуті, але це у других відео. Лише скажу, що от пару днів назад наша арта, наш дивізіон дуже гарно відпрацювала. Три групи, одна 6 чоловік і дві групи по 3 чоловіка. Просто пряме влучення було у них. Як ми кажемо, тільки пісюни по стінам порозлітались. То ми працюємо на перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.